Итак, пора заканчивать уже с четвертым Far Cry. И это дополнение «Побег из Дургеша». Первое DLC к Far Cry 4, которое наконец-то можно проходить. Итак, начнем теперь с хроник. Так, автономно, поехали. Во время побега из Дургеша вы не найдете ни магазинов, ни денег. Ого! Некоторые способности нельзя получить в режиме побег из Дургеша. Я даже не знаю, что из себя это DLC представляет, но... Насколько я помню, DLC Долины Йети, оно проходится в несколько частей. В то время как побег вроде бы можно пройти и одной. Насколько я помню, по крайней мере. Так... Просыпайся, Зай. Извини за юбку. В Дургеше она явно перестаралась. Но твой побег меня весьма впечатлил. Опять же, не найди я тебя так быстро, ты бы умер от холода. Герри тебя подлатал. Я не мог просто отвезти тебя к твоим друзьяшкам из Золотого Пути. Я не шутил, когда говорил про суровое посвящение. Но ты не волнуйся. Сабал и Амида знают, где ты. И ты знаешь, они достали вертолет. Все ради тебя. Ты, конечно, можешь отправиться на вертолетную площадку в любой момент, но должен предупредить. Солдаты Юмы пристально за ней наблюдают и пристрелят тебя, как только увидят. Так что, вот так. Удачи! Итак, побег из Дургеша. Миссия начинается. Точнее, DLC начинается. Итак, побег из Дургеша. Выполняйте задание, чтобы получить награды и бонусы для защиты... В зоне высадки. Если задание провалено, вы продолжите игру, но потеряете награду. Исследуйте открытый мир, ищите трофеи и открывайте аванпосты, чтобы получить более мощное оружие, очки навыков, ну понятно. У вас 30 минут, чтобы добраться до зоны высадки. Выполняйте любые действия, завершайте события кармы, чтобы получить дополнительное время. В случае гибели вы все начнете сначала. Ну, такое. Погнали. Перед тем, как бежать, сломя голову границы, тебе следует слегка расширить свой арсенал. Так. Окей. Так. Зона большая, нет? Ну да, слушайте, арсенал у меня не такой большой. Так, ванпост, система трех сигнализаций, высокая сложность. Так, псарня гвардии короля. Ну, можно сюда пока полететь. Не лучшая мысль. О, уже побежал. Понимаю, скольких надо резать, скольких пристрелить. Так, окей. В общем, понятно, задание на время у нас сейчас будет. Срывайте агитплакаты везде, где найдете. Так, теперь у меня вопрос. А если я, допустим, исследую вот эту зону, то... Мне прибавится времени чуть больше или же нет? Так, убить солдата армии короля и спасить заложников... Тут денег нету, да, насколько я помню? Да, сказали, что денег тут не будет. Так, у меня есть теперь мина. Слушайте. Здорово. Так. Ой, кто-то мне там пишет, не надо, пожалуйста, мне писать. Самое смешное. У меня нету гребаного оружия. И, соответственно, единственное, что у меня на данный момент есть, это просто патроны. То есть, как видите, да, у меня молотов вот есть. И надо, кстати, сейчас проверить, есть ли у меня хотя бы нож. Ну, этот, кукри. Так, оки-доки, проверяем. Да, кукри у меня есть. И теперь следующий вопрос. Так, навыки. Ага, навыки у меня доступны абсолютно все, я понял. Так, в первую очередь мне нужна способность серия убийств. Для этого надо два навыка иметь. Так, убийство сверху, навык получен. Так, убийство с подхватом. Движущаяся мишень. Так, стоп. Ага, отлично, я понял. Так, умные гаджеты. Наездник на слоне. Отлично, вроде это пока... Этого мне пока хватает. То есть, как вы понимаете, я могу сразу отправиться в зону высадки, но меня там моментально убьют. Так. Где там враги? Вижу. Еще. Блин, мне надо срочно этот ванпост захватывать. Засек цель! Он внизу. Фак. Как еще раз? Иду к миномету! Какому нахер миномету? Именем
Патронов-то нету. Ой, патроны есть, а оружия нету. Оружие можно? Пожалуйста. Есть, оружие взял, все. Все, первое оружие у меня, ребята, есть. Захватываем этот аванпост, и все будет хорошо, надеюсь. Так, нормально. Минус. Фак. Как написали, в случае смерти все начинается заново, так что мне надо сейчас аккуратнее быть. Найс. Так, хорошо. Так, навык можно взять. Сразу давайте берем. Я просто немного пока сосредоточен. Так, серию убий, значит, убий с метательным ножом. Изучаем. Так, все. Пока что копим. Дальше копим очки. Найс. Мы идем с запада. Да вы заколебали идти уже. Слушайте, а я могу взять второе оружие, нет? По-моему, нет. Или могу? Да. Не могу второе оружие взять. Не, знаете что, дайте-ка мне лучше М-ку обратно мою. Ни хрена ты не понял, чувак. Так. Привет. Готово. Еще 100 опыта. Надо быстрее аванпост захватывать. Больше очков. Fuck you. Так, с КП вообще проблема. Мне эти нужны, репелленты, срочно. Последний, давай, последний выстрел. Последний враг. И сейчас я умираю, прикол. Нет, так я... Стой, 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 я ж пошутил, я ж не умру на самом деле. Твою мать, ты шутишь? Блин, я тоже спешу, придурок. У меня на все про все 27 минут. Давайте вот так вот его убьем. Все, готово. О, мой бог! Псарня гвардии короля, аванпост освобожден. Кстати, не показывают, сколько тут аванпостов есть в задании побег из Дургеша, на самом деле. Так, хорошо. Плюс 5 минут нам дали. Плюс тут еще агит-плакат есть. Ага. Или это не агит-плакат, погодите. Или я его просто не вижу. А, вот он. Так, где-то Молотов. Молотов, минус плакат, еще плюс минута. Так, хорошо. Давайте быстро-быстро-быстро-быстро надо все решать. Так, что делаем дальше? Вы, псарня, вот это так. Покхаригхара. Так, это что такое? Освобождение заложников. А где зона? Это зона высадки, очень высокая сложность, да? Давайте пойдем дальше тогда. Нужно дальше аванпосты освобождать. Так. Забираем транспорт. Не, вот этот. Он уже в том направлении стоит. Фак. Все, что ли? Отлично. Так, погнали, друзья, погнали, погнали, погнали. Чем быстрее я выиграю для себя побольше времени, тем лучше. Так. Контрольные точки, кстати, тоже доступны, так что все нормально. Стоп, 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 стоп. Что тут, что тут, что тут? Сердце Елунга. Блин, вообще пофиг. Не хочу туда даже спускаться. За это, кстати, только опыт дали. Да. 10 опыта до следующего уровня. Короче, когда я изучу серию убийств, я уже смогу по-нормальному хотя бы сопротивляться врагам. Фак.
По-моему, я умираю, не? Ты охерел? Алло. Сынок. Нихера себе, там носорог был, вы видели, да? Он меня чуть не убил. Так, хорошо. Аванпост у нас находится... Так, подождите, нет, не впереди. Я почему-то... Впереди, наверное... Нет, не зона высадки, ну окей. Так, и все еще репелленты мне нужно сделать, так что... Да. Кстати, как вы понимаете, да? Я все-таки правильно сказал. Побег из Дургеша можно пройти... Можно пройти... И за одну часть. Только вот проблема в том, что... у меня нет никакого арсенала абсолютно. Так, Пакхаригхара. Окей, ищем вражину. Врагжину. Сюда иди. Я сказал, сюда иди. Да не туда, ну что ты делаешь? Ой, дебил. Понятно. Твою мать! Нет! Нет! И это все? И... Это все. Не, ребят, так не пойдет. Давайте я сейчас в офлайне переиграю по-быстрому и вернусь к вам. Окей, будем считать, что мы продолжили то, на чем закончили. Просто в этот раз я не пойду на этот аванпост, так как я знаю то, что там будет бронированный солдат. Короче, я побольше немного понял про этот геймплей. Во-первых, теперь у меня будет больше навыков. Я взял физподготовку, это первое, что нужно брать. Я уже это понял, извините, что я протупил в самом начале. Взял также убийство метательным ножом, и теперь будем идти к серии убийств. Поэтому качаем убийство из пистолета. Далее убийство на транспорте будем качать. Так, и знаете что, здесь еще есть вот такие вот задания. Хотя тут сложность высокая, не знаю даже. Тут какая сложность? А, не показывают. Окей. Ну погнали тогда вот это задание, сейчас выполним. В общем, тут еще нужно теперь выполнять задание. Потому что если выполнять побочные задания в побеге из Дургеша, то в зоне высадки у меня будет больше патронов. Ну, в общем, условия себе облегчу, скажем так. Также, если мы будем выполнять задание кармы, то мне будут давать жетоны наемника. Готово. Так, жетон наемника и развязываем, пацана. Так. Так, там тоже где-то враги есть. Подождите немного. Читать. Тут где-то маска Елунга. А я ее не вижу, кстати. Вот это вижу. О! Смотрите, я что нашел. Я нашел вектор с глушителем. 10 из 10. А вот она. Что-то я пропустил. Сорвана маска Елунга. Это мне просто опыт дает, насколько я помню. Да, и теперь у меня есть улучшенный вектор. То есть у него есть... спокойно, все нормально, мы еще не умираем. Вот. На нем есть, значит, встроенный прицел. Также на нем есть глушитель. Так, за каждую маску Елунга вы получите от Золотого Пути один жетон наемника. Это превосходная информация. Так. Ну, а тут можно теперь патроны забрать легко. Так, погнали отсюда. Теперь мне надо делать репелленты, но первым делом, вон око за око у нас есть задание. В том самом храме, помните, да, в котором? Вот, нам необходимо... Сейчас будет его выполнить, потому что больше боеприпасов в зоне высадки это 10 из 10 просто. Так, спокойно. Вот тут есть молитвенный барабан. Это Шон, да? Да. Плюс еще сейчас за открытие локации дают экспу. Так, источник гарма Палана. Так, крутанули. Ну, патронов у меня не так уж и много пока что. Все. Так, они дадут, кстати, инфу по поводу молитвенных барабанов или нет? Нет, не дали. Ну, просто для очков кармы, я понял. Так, я не знаю, есть ли у нас там враги, но судя по всему, что там дополнительный квест дают, я думаю, что там нету врагов. Но, кстати, аванпосты мне все равно... Ага. Увы,
увольнять людей так хлопотно. Нет, нужно это... оплачивать отпуска, выходные пособия. Не нужно брать задание. Ну, что делать? Они предпочли мне их. Представляешь? А я им такие бонусы на прошлое Рождество раздал. Знаешь, если ты разберешься с этими двуличными тварями, я в долгу не останусь. Только вот что, пришли мне фоточки. Понимаю, приятного мало, но формальности есть формальности. Бюрократия, что приехать. И, кстати, шкурки им там особо не попортить. Будь проще, используй нож. Как скажете. Только вот одна проблема, да, командиров надо с помощью ножа убивать. Это будет очень сложно. Спокойно. Я знаю, где мне можно занять нормальную позицию, чтобы посмотреть, где все враги тут находятся. Кстати, еще у меня будет... Еще у меня будет доступ к гирокоптеру. Слышите, да? У меня будет доступ к гирокоптеру, когда я выполню это задание. Блин, он наверх прям ушел сам. Я не знаю, кого мне убивать, кого нет. А, все, подсвечено, я понял. Ну ладно, тогда я буду убивать пока ваших бойцов. А потом буду делать все остальное. Вижу противника! Куда? А что ты зассал-то, раз ты меня видишь? Пипец, они ссутся меня. Они меня до ужаса ссутся. Там еще лук был, ну нормально. Минус, командир. Так. Надо аккуратнее сейчас все делать. Так, фотку, да, надо сделать? Готова фотка. Алло. Минус. Гирокоптер, кстати, действительно полезная штука в этой игре. Если он и правда у меня будет, это вообще превосходно было бы. Я тебе кишки выпущу. Да кому ты там что выпустишь, мужик? Цель ушла из зоны операций. Я ушел? Да куда я ушел? Вы что? Я тут как был, так и есть. Стоп. Я иду искать. Понял. Надо найти его сейчас же. Так, отлично. Отлично. Я не знаю, где там остальные. Они, походу, внизу где-то, да. Эй, вы ж тут? Я не знаю, зачем вы, правда, тут ныкаетесь, но... Они реально тут. Идиоты. А, у вас тут командир, вот в чем дело. А я думал, он внизу почему-то. Так, спокойно. Минус. То есть вниз все равно надо было идти. Готово. Так, и осталось еще чуть-чуть одного убить. Да-да-да, я фотографирую трупы, все хорошо. Успокойтесь. Так. Окей, последний командир. По-моему, тут действительно рашем пройти легче, чем стелсом. Точнее, быстрее, а не легче. Готов. Все, еще очко навыков. И фотография готова. Око за око, задание выполнено. Сколько нам времени дали? 5 минут дали. Отлично, Джай. Да, отлично, отлично. Так, что там? Я получил твои фотки. В открытом мире теперь, конечно, можно найти гирокоптеры. Где завален. Может, тебе на курсы походить? Ну, задание ты выполнил, и я сдержу свое слово. Твоя награда совсем рядом. Я дарю тебе крылья. Это гирокоптер. Я знаю, все детишки от них без ума. Обратно на юг на нем не вернешься, но здесь он тебе не раз пригодится, уж поверь. Так, теперь у меня доступно еще... Патроны. Патроны, бронежилеты. И что-то там еще в зоне высадки. Аптечки, наверное. Так. Выполним следующее задание. Это центр пропаганды будет. Так, стопе. Лук. Нет, он не в отдельный слот идет. Фак.
Вот нужно сразу, кстати, до гирокоптера задание тут выполнять. Потому что гирокоптер действительно штука тут полезная очень. И есть одна проблема. What? А, телепорт нельзя делать все-таки, да? Гнев Юмы. О, кстати, гнев Юмы надо будет выполнить еще. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вниз. А смотрите, в чем суть. Когда я захватываю ванпост, у меня нету точки быстрого перемещения. Но это чисто дает мне времени побольше. Так, один плакат Пейгана. И патроны. Отлично. Так, работаем, работаем. Гирокоптер. Поехали. Полетели, точнее. Выполним там сейчас еще одно задание. Это центр пропаганды у нас с вами будет. И хорошо, что теперь, кстати, в открытом мире действительно есть гирокоптеры. Так вот, если вы успели или не успели прочесть, то если я выполню гнев Юмы, то у меня будут доступны в зоне высадки. Внимательно, давайте сейчас еще раз прочтем. Миномет турели в зоне высадки у нас будут. Это охерительная просто новость. Кстати, также для того, чтобы пойти в зону высадки, мне нужно будет РПГ, потому что там по-любому будут крутые пацаны. Кстати, что там по навыкам? 5 навыков. Так, берем это. И берем серия убийств. Все, отлично, серия убийств у меня готова. Так, теперь нужно брать, знаете что? Фат. А где этот навык? Во, убийство тяжелого бойца. Для этого убийство с подхватом нужно. Ну, такое. Знаешь, что я ненавижу? Отпечатки. Ты платишь людям деньги за один плакат, а им даже корректоров лень нанять. Каджай, будь хорошим мальчиком, уничтожь всю сраную пропаганду в этом сраном центре. И, кстати говоря, объясни спокойно там людям, что к чему. Смотрим, станут ли они после этого питать Гейбом Мин. Наверняка проделки Юмы. Умеет она меня взбесить. Так, спокойно. Я не уверен, но мне кажется, тут будет вертолет вражеский. Может, лучше так? О. Блин, Рату Гадхи, это на самом деле жопа, я вам скажу. Это крепость Юмы, если что. Не, давайте сделаем по-умному просто. Давайте я опять слезу. Только не умирай, Аджай, тихо. И вот так вот сделаем. Так, средства от пропаганды. Найс. Дурак, что ли? Держать позиции! Тихо, тихо, тихо. Аккуратно, ребята, все делаем аккуратно. Да, я стрелять умею, братан. Все нормально у меня с этим. Так, это средство пропаганды, да? Найс. Да, теперь мне позарез нужно убийство тяжелого бойца. Еще минута. Так. Найс. Окей. Так, ладно, пока этот придурок там будет слазить, я лучше подорву тут все, что есть. Так, здесь где можно уничтожить? Ну ладно, я понял. Попробуем так. Отлично. Так. Тут у нас что? Ладно, сделаем так же. Найс. Так, опять враги идут. Да елки-палки. Минус. Отлично. Да я помню цель, я помню. Огонь!
Даже из врагов тут никого не было. Я поднимаюсь. Найс. Готово. Еще враги идут, да ё-моё. Я думал, они залезть сюда вообще не могут. Они, оказывается, тут ворота пробили. Или они были пробиты, погодите. Они, походу, значит, были уже пробиты. Все, отлично, я еще и всех убил. Так, спокойно, нашел. Наверное, знаете, что я лучше пистолет возьму? А то как-то патроны тратить жестко, я думаю. Все, уничтожил, да? Все уничтожил? Вроде все. Плюс 7 минут дали. Центр пропаганды, задание выполнено. И там теперь вертолет еще за мной летит. В зоне высадки появились клетки с животными. It's just a little problem. Я счастлив, что эти кошмарные плакаты никто никогда не увидит. Я дарю тебе слонов. Да-да, слонов. Самого большого я назвал Херли. Он неуклюжий, но все равно няша. Я рад, конечно, но... Теперь в открытом мире есть слоны. Да, и клетки с животными есть в зоне высадки. Ладно, я надеюсь, вертолет меня потеряет рано или поздно, да? Теперь давайте выполним гнев Юмы. Мне нужны будут турели и минометы в зоне высадки. Минометы я не уверен, но вот турели точно будут нужны. Так, 37 минут у меня на все про все есть. Прикольная DLC, кстати, мне нравится. Ты вроде работаешь на время, в то же время у тебя и остается время на задание. Тавтология на тавтологии, конечно. Так. Убийство с подхватом. Что это такое? Броня-губка. Блин, нет у меня навыков столько. Окей. Так, давайте выполним, как я и сказал, гнев Юмы, чтобы турели получить. И первую часть на этом можно закончить. Там увидимся уже с вами во второй. Так. Так что запомните, первым делом проходите задание на гирокоптеры. То есть око за око. Кстати, я не умею пользоваться жетонами наемника. Ха. Где они вообще тут? Их тут нету. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Написано, кстати, было, что сложность низкая будет. Так, окей. О, кстати, у меня теперь нехватка патронов. Решил перейти на сторону Юмы. И мало того, всех подчиненных с собой вел. Ага. Это в наше непростое время. Они планируют бежать по воде. Останови их. Черт с ними, с лодками. Новые куплю в конце концов. Главное, чтобы все остальные прониклись происходящим. Короче, потопи все лодки. Иначе награды тебе не видать. Найс. О, в твоем тире появились новые мишени. Кто? Алло. Найс. Подожди, отзай, не убегай, это еще далеко не все. Окей, я понял. Вертолет слышу. Фак, вот это херово. Джай, быстрее, прошу! Найс. Все,
Все, давай, погнали. Нет, 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 я не умру. Блин, походу я проебал. Или нет? Отлично, я выполнил это. Гнев Юмы, задание выполнено. Ууу, отлично. В зоне высадки были установлены турели. Охуенно. Извините за прямоту, но просто других слов нет. Ты посмотри-ка, уничтожил всех уродов до одного. Неудивительно, что Амита из-за Балдуши в тебе не чает, что награда ждет. Отлично. Ну что, друзья, на этом пока сделаем перерыв с побегом из Дургеша. Он продолжится наверняка сегодня. Так что увидимся с вами в следующей части. Если, конечно, я в ней выживу. С вами был Спектр. Всем пока.